хороший такой жизненный вопрос, как закреплять им позвоночник, ведь базовый комплекс они будут делать, ну, в лучшем случае, без удовольствия, в худшем случае будут всячески его саботировать. Так вот, для детей где-то с 2 лет даже, но это зависит от характера и состояния, до примерно лет 14 лучшее решение у меня за спиной. Но это решение должно быть у них в комнате. Или в крайнем случае на территории, если вы в частном доме. Берем шведскую стенку. В магазине, ну, в любом, в принципе, они теперь продаются. Базовый самый комплект состоит из лестницы. Навесного, обычно навесного, может быть, приваренного. Но навесной лучше, его перевешивать можно. Турника, кольца. На канатах тоже, опять же, регулируемые на узлах. И, в принципе, ну да, еще мат, конечно. Обязательно мат внизу. Вширь эта секция, эта конструкция может иметь множество секций, но хотя бы одной, которую я писал, уже, в общем-то, достаточно. Помещаем это в детскую или в детский угол на территории, да? И ничего можно не показывать, просто установили, можно особо даже не комментировать, уж тем более, давай там, сынок, дочь, позанимайся, зачем? Вот, если вот сейчас они, допустим, успокоились, это потому что я снимаю уже не первый дубль. До этого здесь такой стоял движ, здесь не было просто видно металла, они, дети, постоянно двигаются. Опять же, взрослые переживают, ну, иногда, что, а как же, мол, типа, там, ну, формальность, позиция? Да никак. Детский организм немного иначе функционирует, и детский мозг, самое главное, иначе функционирует. То есть ребенок сам чувствует, как ему лучше, и эти ощущения правда. Мы проверили уже несколько лет все это тестируется, вот теперь я делаю это для всех в видео. Можно спокойным быть. Дети найдут свой способ. Постепенно они переходят от лазания, хотя это тоже форма вытяжения, но очень такая легкая, рукой-то все-таки нужно же тянуться. Кольцам, почему я говорю про кольца. Потом они начинают на них крутиться. Опять же, там для сосудов тренировка. Ну, много интересных вещей. Еще поснимаем на эту тему. Я порассказываю. В общем, дети правильно все делают. Программа развития, она в каждого заложена. И программу очень точно можно доверять. Создаем условия. Если стенка получится большой, или, допустим, можете вывести вот так на площадку, или вообще установить у себя там в поместье площадку, там и будет много детей, это, конечно, все отлично, но даже минимальные, там буквально 1,5 квадратных метра в квартире, плюс она к стене присверливаться, или, может быть, в потолок, но лучше, конечно, закрепить такие, посерьезнее анкера. Ребенок будет набирать массу и привыкнет, что она будет прочная, ну, нагрузки большие. Все это сделать, и вопрос, в общем-то, можно закрывать.